Рассмотрим некоторые возможности опции Select Cases. На материале шестой волны ESS. Для чего может быть полезна эта опция? Ну, во-первых, мы хотим, допустим, поработать только с представителями одной из европейских стран. Мы здесь видим представителей всех европейских стран и хотим поработать только с, допустим, представителями Российской Федерации, которых здесь 5079 человек. Задаем условия. Поскольку это текстовая переменная, но она пока псевдотекстовая, поскольку там не совсем текст, а буквенное обозначение страны. И Российская Федерация обозначена двумя буквами RU. Да, поскольку речь идет о тексте, пусть и псевдотексте, то здесь надо поставить кавычки. Итак, виртуально удалились бельгийцы, болгары и прочие европейцы. И остались русские. Но, допустим, я хочу, чтобы они удалились не виртуально, поскольку это все-таки почти 95% массива сейчас виртуально удалены. И это создает некоторые технические трудности, часто создает для машины при дальнейших вычислениях. Я хочу, чтобы они реально удалились. Для этого я снова могу зайти Select Cases и попросить машину удалить невыделенные значения. Однако это опасная процедура, поскольку удалив невыделенные значения, мне могут быть снова нужны бельгийцы, болгары и так далее в каких-то других операциях, а их уже не будет в файле. Поэтому лучше я сохраню изначально этот файл под новым именем,